Многие компании, которые интересуются бухгалтерским сопровождением, задают вопрос о стоимости данных услуг. Это позволяет понять целесообразность найма штатного специалиста или создания у себя бухгалтерского отдела, либо выгоду от передачи ведения учета на аутсорсинг. В нашем новом видео мы расскажем, как формируется стоимость бухгалтерских услуг. Применяемый режим налогообложения и количество документооборота – главные критерии, оказывающие влияние на цену. Наглядное ценообразование является одним из преимуществ компании «Роском». Мы предлагаем качественные услуги и предоставляем необходимую квалифицированную бухгалтерскую поддержку по оптимальным и доступным ценам. Бухгалтерский учет отражает все финансовые и хозяйственные операции компании – от заработных плат до расчетов по сделкам с контрагентами. Грамотный учет позволяет своевременно предоставлять отчетность в ФНС, внебюджетные фонды и службу статистики и избежать завышения налогов, проводить оценку прибыльности компании, избежать санкций в виде доначислений налогов, пени и штрафов. Поэтому цены на услуги бухгалтера для бизнеса стоит воспринимать как плату за уменьшение возможных рисков и избавление от неприятных расходов. Как формируется стоимость бухгалтерских услуг для бизнеса? Аутсорсинговые компании зачастую предлагают различные тарифы на обслуживание. Благодаря этому компаниям или предпринимателям легче выбрать подходящий именно для них пакет услуг. Объем необходимых работ и трудозатраты на аутсорсинг бухгалтерского учета зависит от многих нюансов. Компании, как правило, указывают на страницах услуг в интернете подробный прайс-лист, в котором отражены все ориентировочные цены на бухгалтерское сопровождение. Окончательная стоимость зависит от конкретного запроса компании и рассчитывается после первичной бесплатной консультации. Например, учет ООО на упрощенке является менее трудозатратным в связи с отсутствием уплаты ряда налогов НДС, налога на прибыль. Поэтому цены на бухгалтерское сопровождение компании на УСН будут меньше по стоимости, чем для компании на общем режиме. Специалисты аутсорсинговой компании помогут составить оптимальный пакет услуг по ведению учета, соответствующим особенностям сферы деятельности компании клиента. Все они отражаются в составленном договоре. При необходимости список оказываемых услуг может быть откорректирован в процессе сотрудничества или дополнен новыми. Помимо этого, существует вариант, когда стоимость бухгалтерского сопровождения рассчитывается ежемесячно в соответствии с отраженным в прайсе тарифом. В таком случае размер оплаты будет исходить из количества выполненных операций в течение определенного периода. Также возможна разработка индивидуального тарифного плана. Что входит в перечень бухгалтерских услуг? Как правило, перечень основных бухгалтерских услуг выглядит следующим образом. Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1С, формирование и сдача всех видов отчетности в ФНС, внебюджетные фонды, службы статистики, банки, работа с банковскими счетами и формирование пакетов документов для кредитных организаций, оптимизация налогообложения и предоставление консультаций, внесение необходимых корректировок в имеющуюся документацию компании. Почему стоимость бухгалтерского сопровождения на аутсорсе выгоднее? Выбирая аутсорсинг, компания экономит как финансы, так и время. Заработная плата штатного бухгалтера значительно выше стоимости тарифов на услуги аутсорсинга. При этом над делами одной компании клиента могут трудиться даже несколько специалистов. А руководство компании тем временем может сконцентрироваться на решении важных управленческих бизнес-задач. Сотрудничая с аутсорсинговой компанией, можно привлекать команду специалистов в случае экстренной необходимости. Такое случается при нехватке времени на составление отчетности. Разовая платная помощь квалифицированных бухгалтеров поможет оперативно решить имеющуюся задачу и привести в норму дела перед налоговой проверкой. Возможность воспользоваться услугами специалистов смежных направлений. В аутсорсинговых компаниях есть ряд профессионалов, которые при необходимости могут оказать помощь. Это юристы, HR-менеджеры, специалисты по налоговому праву и другие.
Страхование от потенциальных рисков. Перед началом работ экспертами проводится аудит текущего состояния учета, что позволяет устранить ошибки при их наличии и не допустить их повторного возникновения. Все это поможет сформировать и предоставить отчетность в установленные сроки, а также избежать штрафов и других санкций. Если вам необходимы услуги бухгалтера и остались вопросы о цене сотрудничества, обратитесь к нашим специалистам, и вы получите подробное коммерческое предложение для вашей компании. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роском.